Hello, Санчоус, с вами всем. И вторая часть пособия по созданию успешного виноводочного бизнеса на территории Западной России. На чем это моста... господи, сука, какая же Но что еще хуже, как будто бы я эти обоссанные выборы всираю. Надо срочно что-нибудь на поддержку негативничей попрожимать. Вот этот фокус, например, с очень интересными отсылочками. Опыт коллаба с Великогерманским рейхом не прошел зря, так сказать бы. Всех партизан на ножи, сделаем тоталитарную полицию еще более тоталитарней. До единого, каждого из 300 человек. Чё-то как-то не очень много на самом деле, я больших чисточек ожидал. Чё-то реально маловато. Хотя представитель дома Романовых за все предыдущие обидки мог много чего понаделать. А вот еще одна войнушка на горизонте проявляется. Я уже вероломными читаю, как вертолетными. Партизане вообще это плохо, но если это противофинские партизане, это хорошо. Слышь, Мурманск, давай, вставай! Сука, серьезно, эта хня с самого начала не работала? А можно было сразу написать? Я мог бы 90 политки сэкономить и себе зрение. Криворукие нашутильщики делают говно механики и к тому же не работающие еще. Их теперь две! Кстати, а почему оно не работает, если оно работает? Я на удивление даже честно победил. Да черт с ним, просто уберите от меня эту хуйню, пожалуйста. Казалось бы, при чем здесь... Встал. Как-то маловато тут пасовыми фокусами фракции накакали. Это ж даже для кайзершизы не сильно много, не говоря уж от НО. Три на веточку и таких себе. Да и бафы такие себе. Немного к административной эффективности. И засунутой правой руке царя прямо в глубину всех попозиционеров. Но с другой стороны, оно и правильно. Все-таки самое главное здесь это монарх и продажа водки. Но, слава богу, полностью отменим выборы, что учитывая их визуал вдвойне плюс. Ну и по итогу всего Вологодского съезда можно новую конституцию нашкрябать, но всем в принципе похуй. Абсосная политотная фигня закончилась, можно идти и финку ударить. Ни хрена, нафига я ее постоянно пытался танками пушить. Сплошняком пехотка прям ебет. Даже теперь жалко, что я немного на грузовички потратился. Сука, шел четвертый год играния в это говно, три из которых я еще и за это деньги получаю. У меня что-то какие-то странные ощущения появились после того прохождения забеляков в Яве. Почему-то складывается такое ощущение, что местные булкохрусты это отсылка на пони. Ивенты один в один практически, но разве что в понимоде они написаны гораздо лучше. Теперь надо бы с экономикой сдачить. Не понял, какая бжу Академия наук? Где наращивание экспорта спирта? А, ладно, оно в международке. Нефтяными танкерами до Америки будем свои настойки доставлять. Ну тогда все окей, точно рано или поздно вяткинское экономическое чудо случится. Финка с осадбы, но теперь другая проблема появилась. Закидать инвестициями китайских карапузычей, чтобы батов их не отпара-па-па-па-па-па-па-па-памил. Иначе ему гораздо проще будет парапопамить меня. А бабла на это реально до хренища уйдет, так что давайте, нарабатывайте. В смысле, блять? Ты с приколом или кто? Почему я влияние не могу повысить? Ты чё, сука, бредишь, дрянь? За что, мразь? Либо это какая-то лютая хуйня, либо они меня еще не простили за коллаборантство. Почему, сука, ноль восприятия? Чем я это заслужил, твари? Вы с Конором договаривались? С Конором, блять? Спасибо разработчикам говна ебаного, в смысле ТНО, в смысле говна ебаного за очередные баги, сука, как же их люблю. Да как так, нахуй, пидорасы мелкие? Это печально, сука, за них такие хорошие бабчики дают. Ого, класс, и со Свердловском я тоже не могу мирно объединиться. И судя по информации в так называемом интернете, на регионалке вообще ни с кем. А тут реально вопрос. Либо Владика все ненавидят, незаслуженно. Либо он максимально ЧСВшный, единый и неделимый царь, единый и неделимый. И типа он принципиально с таким мелким говном даже разговаривать не будет. И я в общем и целом не против такой позиции, но бавчики. Ай, хрен с ними. Смерть минорской мрази. Чё там, не проливать русской крови, чтобы сэкономить ее для освобождения своих исконных территорий? Да пи***й. Бирюга сам себе навешивает лимит дивизий, как в каком-нибудь кайзер-рейхе, и сим победимши, как-нибудь додавим. Ох уже эти реформаторы хреновы, оптимизаторы, тупо армию уграбливают. Да нормально все будет, можно и нам немного манпуэра просерить. И бафы эти дурацкие не нужны. Ну как, нужны, но не критично. Чах пи***сиком на долларовые потоки подсядем, и так будем себя прекрасно чувствовать. Да и господи, Оренбург, оно даже звучит, как Оренбург. Снести с лица земли гномов и забыть навсегда. А в экономике по-нашему, по-традиционному, по-скрепному, больше налогов соберем. Мани! Сосать! Какие же действия вы совершите в ответ, мистер Парампампатов? Затерпел лошара, даже сам на гномиков не напал. Последний раз паную, что мне бафов не будет, но зато хотя бы денег не пришлось тратить на
мирную интеграцию челиков. Ну а с захватом самих гномов все понятно, тут ничего сложного, кроме того, что у них промка больше, чем у меня. Самые чувствительные экономические бафы мне даются в зависимости от выбранного политического пути. А почему они все такие себе, ну кроме либеральных? Ну ладно, не говно, а просто все воевали мы с коммуняками, воевали, да и довоевались до плановой экономики. Вот так вот западнорусское экономическое чудо и состряпали, с одним дополнительным процентом роста ВВП, что, честно говоря, такое себе. В Иркутске оно буквально от любого чиха ягоды процентов на 5 повышалось. Но просто гигантской кучей бабла своих врагов не угробишь. Хотя вообще можно, но блин, не Владику. Поэтому и просто промку понемножку восстановим. И еще научно-исследовательскую чепушню разобьем. С нихуя себе 20% к скорости исследования. И еще 5 от увеличения трат бабла на шкилу с шарашками. Натурально. Это бафы больше для какой-нибудь кайзершизы, а не реалистичного ТНО. Я сейчас, если что, кавычки пальцами показываю. Это типа мы завезли пару эмигрантов с хоть каким-то нормальным по международным веткам образованием их. Самым передовым научным центром мира стала Казань. Второе после вятской водки западнороссийское преимущество. А ведь у всяких Германий такого нет. Армейка, как всегда, остается напоследок, так как надо торговые контакты восстанавливать. Судя по ивентам, европейчики неиронично нашим 40-градусным пойлом интересуются. А железо надо ковать, пока горячо. Уникальная акция! Бутылка водки плюс ослепление на 12 часов в подарок! Америкашкам обычно нравится подобного рода экзотика на экспорт. Поэтому прямо в Вашингтоне посольство откроем, ну, по крайней мере, попытаемся. Чтобы было удобнее прямо на месте деньги выпрашивать. Во! А мне американские доллары важнее одобрения российских минорчиков. Спасибо Газдепу за счастливое детство. Теперь можно хотя бы о деньгах сильно не париться. А ведь это я еще с европейских монархистиков ничего не сцедил. Их немного, конечно, но в обезьяне вместе сила. Ну и нормальная такая. А ведь если бы не большевички, пили бы сейчас не вятский квас, а вятское шампанское. Ну ладно, пока обойдемся шведским, доставленным в виде гуманитарной помощи. А может и с ним Чурой договоримся? У них как раз таки в их генге-бенге 4 и один монархистик затесался. Это ж как оно бывает. Сначала не дружим, потом дружим, потом не дружим, потом опять дружим. Надо сохранять себе момент для маневра. Итальянцы, суки, жадные, мани не дали. Но зато хотя бы Владос нормальный отпуск в Риме провел. Тоже пользу тащим-то. А вот на испанцев я прям надеюсь. У нас с ними и по сути, и по смыслу одна чепушня, только с монархом у них проблема. Должны с пониманием к нашей ситуации отнестись. Не, прямо денег не дали, но торговые отношения нормально так улучшили. Только шведы, блин, оказались не жадничами. Хотя, учитывая, как эти уроды любят DLC к своим говноиграм по цене небольшой деревни под Ухтой продавать. Не очень реалистично получается. Но экспортировать всякое мы реально стали гораздо активнее. Я уж даже задолбался продакшн юниты распределять. А что будет, когда мы Россию объединим? Раз уж я начал гораздо больше стрелялок-пулялок производить, ими и займемся. Возьмем Сибирь за 3 года, а может даже и меньше. В военной веточке тут без всяких чрезмерных ситуаций, по типу выкидывания рекрутов на мороз, и кто там неделю проживет с медведями и без ничего, тот и будет достоин служить нашей доблестной армии. Просто, ну, нормальные, адекватные бафчиксы. Только разрабы сраки ленивые и уже второй раз суют этот выбор между качеством в виде бафов к спецназерам и количеством жалкими 7% от военной обязки. И вообще, учитывая, что гвардия это тоже вроде бы как спецназ первая, будет неплохо. Но я помню, что когда играл за Шакшуку, мне буквально сотен манпуверса на содержание гарнизонов, авиации и всего такого говна не хватало. А если враг из себя хоть что-нибудь еще представлять будет, то это совсем задница. Прокачанный спецназ это, конечно, хорошо, но если его за неделю активных боев всего выбьют, мне особой пользы от этого не будет. С ней, короче, с этой вашей профессиональной узкоспециализированной армией, вот как деды, так и мы. И все пучком будет. В особенности, если мясо плюс-минус нормально к бою подготовить. По стандарту получим бабчики к полностью бесполезным корабликам и уже чуть более полезным самолетикам. И, господи, боже мой, все равно бусты к спецназу. Я понял, чего игра от меня ждет, но пусть идет нахуй. У меня каждый мобилизированный чилипопекс на счету. Еще проинвестируем в Ижевск. Хватит давить на мои травмы! Офицериков подучим, технологии для танчиков получим. И завершим все еще более пи***тыми бабчиками и отсылками на маршруа. Никак не отпускает вяткинских империалистов коллабораторская тематика. Ну и будем ждать, пока зовут холодные ветра войны. Около годика осталось всего. Блин, у Батова даже бафы примерно как у нас. С дикими плюсами к скорости исследования, созданием военных академий и профессиональной армии. Но дружиться нам все равно нельзя по причине иди нахуй. Ну вот, ну сука, ну почему? Да, в гражданке он воевал на стороне красных, но с тех пор столько воды утекло, давайте забудем. Мы вон тоже успели с ним Чурой поколлаборировать. Это что, повод к нам плохо относиться? Мне вот интересно, а починили ли тот баг, когда я если с лету прорываю границу противника, он с этого в осадок впадает и быстро капитулирует? Ну пожалуйста, давайте так, я не хочу долбилова, его еще много будет. А тактику будем применять все ту же. Бросок мангуста на Челябинск за 3 дня. А вот и ветра. Парапопамщик какой-то слабенький в этот раз, но все равно тварь может долго жить. И успеть и себе, и мне манпуэр обдолбать на несколько сотен тысяч. Поэтому блицкрин же точка, а если будет по-другому, то не надо.
надо нам по-другому. Ну чё это лошарище может? Да ни хрена он не может. Поставил он тут свою танковую дивизию, которая полная хи**я. Это даже до третьей от моей не доходит. Как обычно, яишке хватает мозга только на то, чтобы очень жирные машинки сделать. Даже если вообще всей промышленности придется год работать, только чтобы одну такую дивизию скомпоновать. А еще этот чмозавр авиации не делает. А это, не жду, а готовлюсь, причем уже давно. Правда, есть такое подозрение, что мне все равно оно не поможет. Будет уже нереалистичный успех, если в Великой войне я хотя бы над собой воздух прикрою. В бой, сукины дети, за императора! За вятскую спиртовую промышленность, за буль-буль-буль бутылочку казенного вина! Ну и там всякие чести, доблести, ну и вот это вот все. Давай, давай, нападай! Ну что, совсем долб***ёб? Этот конч еще и новые дивизии не делает, хотя у него 300 тысяч свободного манпуверса. Очередной раз намечается легчайшая. Действительно, уж лучше девочка сразу сольется, как только я ей фронт пробью. О, Шипздик еще и первый напал, правда, не нападает. Он как будто сам хочет сдаться. Не зря ж на единственную клетку, подходящую для нормального прорыва, самую свою говенную дивизию поставил. Ладно, не капает. Тогда Челябинск за 3 дня и даже быстрее. Ой, как же он не держится, как же у него не получается! В этой ситуации он может только поплакать. Сосать! Ну все, ты столицу просрал за неделю или около того. Ну капитулируй, дура! Его ж манпувер, это будущий мой манпувер. Не трать его так бездарно, скот! И это у меня еще расходы на армию были минимальными. Все настолько хорошо, что мне, наверное, в первый раз за все существование канала не стыдно шаблоны показать. Обычно они даже кринжовее, чем мои попытки в юмор, но сейчас-то ебем. Во, я сам не знаю почему, но оно работает. Пользуйтесь на здоровье. Ути-пути, кто это у нас чуть подальше в Омску бежали? А я уже и тут, а. Точно, тут же и тело великого евразийца хранится. О, мне кажется, Романов может много чего интересного с трупом Ленина сделать. Нет? Почему это я не могу уничтожить предателя, блять? Вот кто тут больше всех имеет право говорить о предательстве, так это родственник последнего царя. И без всякого фашизма и ультрамилитаризма. Ладно, тогда выкинем его гнить в канаве ближайшей. Может, цветочки потом на этом месте вырастут, может, его собаки растащат, мне как-то похуй. А хотя можно его оставить, специально как сувенир для Владика. Ну или как подставку для зонтов. Или вообще способный все выслушать, не перебивающий и не конфликтный собутыльник. Знаете, а пусть остается. В хозяйстве и по приколу сгодится. Тем более он же, сука, тверд. А если война с немцами не по плану пойдет, Владосик им сможет как дубины отбиваться и от пуль защищаться. Одни плюсы буквально. Пока-пока, м***чок. Настолько быстро его победил, что додики с Востока даже не успели между собой войну начать. Вау, Магадан Дальний Восток объединил. Это редко происходит. Еще и с более редким недопозитивным недофашистом. С таким лицом, будто ему яйца вне кадра зажало, а все равно надо сохранить важное выражение ***па. И все это с присутствием всем известного ЧВК. В смысле, теноидного всем известного ЧВК. Жалко, что его, скорее всего, крайне быстро дезинтегрирует Рюрчик. А Рюрчик! Сука! Если с ним нельзя мирно воссоединиться, то это, скорее всего, он меня присоединит. И вообще не мирно! Какой там захват Гермашки? Я не уверен, что сам выживу! Боги дебильных скриптов, сжальтесь надо мной хотя бы в этот раз! Я настолько запаниковал, что даже забыл суперрегионалку прожать. Ну и вот мы уже и полноценная Российская империя, точнее, ополовиненная Российская империя. И для солидаристов более-менее адекватная ветка фокусов появилась. Алярм, блять, алярм! Я не вижу решения о переговорах о мирном объединении! Стоп, так это потому, что Восточная Сибирь еще не объединилась, а там посмотрим. Блять, дядя, ну ебаную мать, ну не надо. Слушай, ну я монарх, ну ты монарх, ну ты алкоголик, ну я алкоголик, понимаешь, мы созданы друг для друга. Давай no homo унию заключим, лишь ради блага России. Мы как два полупи одной попы, мы должны быть вместе. Его, кстати, субидеологию вроде бы поменяли. Социал-националист. А вот если два этих слова переставить... жалко, что такого пути кемеровскому алконавтеру не сделали. И, кстати, ведь у него тоже кое-кто причем. Я прям жду в комментариях этих странных умников, которые такие, типа, ну вообще-то это родовой символ Рюриковичей, а не только то, что ты имеешь в виду. Спасибо, этого никто, не знал. Как и у нас. Ну реально, если я с ним объединиться не могу, я могу, я должен. Но вообще, учитывая, что он Рюрик, по старшинству рода он больше прав на трон имеет. Но если по-серьезки, то из него Рюрик, как из меня, не шизоблогер. Так на самом деле считают только он и его белочка. Короче, будем верить в лучшее, потому что больше не во что верить. А пока солидаристскую революцию устроим. Я, кажется, догадался, что эти суки делают. Они мирно объединяются. Ах вы умнички. Он буквально как я, но гораздо лучше, и у него все получается. Натуральный гигачат российских варлордиков. Я удивлен, почему он вообще первый южноуральских карапузиков не присоединил, с ними не гранича. Владик поехал с рекламным туром продукта по новозавоеванным территориям. Ну, еще подданным своего новоприобретенного царя показать. Главное только в Екатеринбурге не чрезмерно задержаться, как предыдущий. Он по большей части теперь только и нужен, чтобы ебать торговать. А так вообще Солж теперь тут главный многоходовочник. Деинтегрируем уралоидов, еще дополнительно подкинув
закинув бабла местным пролом, чтобы они не сильно бухтели. И промку восстановим, чтобы и здесь могли производить товар. Ну а оставшихся челиков, которым почему-то наш дорогой Владик не нравится, мы с помощью охранки отловим. О, так у восточных додиков все-таки война, не интеграция, просто они какие-то затупычи. Вот с одной стороны хорошо, у Рюрика поменьше сил будет, если с ним придется войну вести. Господи, спаси меня от этого. Но опять же, если это будет мирное объединение, то это несколько сотен тысяч манпауэрса моего будущего. Хотя, наверное, это будет не очень критично, потому что легионы Шизоцаря сметут сибиряков настолько быстро, что те сами не заметят. Так, ну с Западной Сибирью вроде разобрались. Можно делать... демократию. Слава тебе, Господи, только на уровне местного самоуправления. И то только для монархистиков. То есть, ну выборы как бы и имеются, и как бы... не очень. Знаете, давайте на этом и остановимся, потому что я, откровенно говоря, побаиваюсь, что на следующий видос будет маловато материала. Ну или наоборот, очень много, в зависимости от того, как войнушка пойдет. Там увидим. А ну а пока... Пока. Пока.